Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В этом видео я расскажу вам о 7 лучших стиральных машинах Haier. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются неплохим спросом и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как всегда, в описании мы оставили ссылки на все стиральные машины, представленные в нашем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Погнали! Наш топ я хочу начать с модели Haier HW70BP1439G, которая вмещает в себя до 7 кг белья. Эта стиральная машина имеет класс энергопотребления А с тремя плюсами и может похвастаться поддержкой технологии обработки паром Steam Plus Fresh, которая обеспечивает дополнительную антиаллергенную и антибактериальную обработку, а также улучшенное качество стирки, больше свежести и более легкое разглаживание вещей. Данная модель, помимо всего прочего, оснащена барабаном Wave, который обеспечивает более бережную стирку класса А. А еще производитель предусмотрел здесь антибактериальную обработку манжеты люка и кюветы для стирального порошка, что предотвращает развитие плесени и грибка. Всего доступно 16 программ стирки, включая быструю стирку, предварительную стирку, стирку деликатных тканей, детских вещей и джинсов. Уровень шума при стирке может достигать 54 дБ, а при отжиме он составляет около 74 дБ. При этом максимальная скорость отжима равна 1400 оборотам в минуту. В конце скажу, что весит стиралка 64 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают относительно тихую работу, симпатичный внешний вид, эргономичность, хорошее качество стирки и достаточную вместительность. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя отзывы с нотками негатива периодически все-таки встречаются. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал «Правильный выбор» и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет модель Haier HWD80B14686, которая вмещает в себя до 8 кг белья при стирке и до 5 кг при сушке. Эта стиральная машина имеет класс энергопотребления B и оснащена инверторным мотором с прямым приводом, который монтируется прямо на вал барабана, что обеспечивает как долговечность устройства за счет снижения износа подвижных деталей, так и снижение уровня шума и вибраций. Также производитель предусмотрел здесь поддержку технологии обработки паром Steam Plus Fresh. Кроме того, стоит отметить функцию Smart Dual Spray, благодаря которой манжета и внутренняя поверхность стекла дверцы люка автоматически промываются направленными струями воды. Всего доступно 16 программ стирки, включая быструю стирку, гипоаллергенную стирку деликатных тканей и детских вещей. Уровень шума при стирке может достигать 58 дБ, а при отжиме он составляет около 71 дБ. При этом максимальная скорость отжима равна 1400 оборотам в минуту. В конце скажу, что весит стиралка 82 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, относительно тихую работу, хорошее качество стирки и сушки, а также функционал. При этом не все владельцы остались довольны весьма громким отжимом и немаленькой стоимостью устройства. А некоторые покупатели даже жалуются на низкое качество сборки. Но стоит понимать, что подобных отзывов все-таки меньшинство. А что вы думаете об этой стиральной машине? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующая стиральная машина, о которой я хочу вам рассказать, носит название Haier HWD80BP1495-9B. Эта модель вмещает в себя до 8 кг белья при стирке и до 5 кг при сушке и имеет класс энергопотребления А с тремя плюсами. Производитель предусмотрел здесь антибактериальную обработку манжеты люка и кюветы для стирального порошка, что позволяет соблюдать гигиену и препятствует образованию грибка и плесени. Кроме того, не могу не отметить наличие специальной паровой программы, которая удаляет запахи, разглаживает складки и облегчает процесс глажки или помогает вовсе его избежать. Всего доступно 17 программ стирки, среди которых обязательно стоит отметить стирку деликатных тканей, детских вещей, смешанных тканей, шерсти и быструю стирку. Уровень шума при стирке может достигать 53 дБ, а при отжиме он составляет около 74 дБ. При этом максимальная скорость отжима равна 1400 оборотам
оборотом в минуту. В конце скажу, что весит стиралка 61 килограмм. В своих отзывах пользователи обычно отмечают симпатичный дизайн, относительно тихую работу, хорошее качество стирки и сушки, а также функционал. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя иногда все же встречаются отзывы с негативной окраской. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель Haier HW80B14979, которая вмещает в себя до 8 килограммов белья. Эта стиральная машина имеет класс энергопотребления А с тремя плюсами и оснащена инверторным мотором с прямым приводом. Также производитель предусмотрел здесь барабан Pillow, который обеспечивает бережный уход за самыми деликатными вещами. А для деликатных тканей, которые не предназначены для стирки в стиральной машине, доступна специальная паровая программа. Кроме того, производитель реализовал функцию UV-обработки, которая удаляет вирусы и аллергены при помощи ультрафиолета. Всего доступно 14 программ стирки, включая быструю стирку, стирку деликатных тканей, детских вещей, смешанных тканей, хлопка и шерсти. Уровень шума при стирке может достигать 51 дБ, а при отжиме он составляет около 76 дБ. При этом максимальная скорость отжима равна 1400 оборотам в минуту. В конце скажу, что весит стиралка 66 килограмм. В своих отзывах пользователи обычно отмечают относительно тихую работу, достаточную вместительность, функционал, хорошее качество стирки, стильный дизайн и эргономичность. Интересно, что иногда встречаются и такие отзывы, в которых владельцы наоборот ругают шумную работу устройства и низкое качество стирки. Конечно же, подобных отзывов абсолютное меньшинство. Узнать стоимость каждой стиральной машины, представленной в нашем рейтинге, можно, перейдя по ссылкам, которые мы оставили в описании. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Haier HW70BP12969A, которая вмещает в себя до 7 килограммов белья. Эта стиральная машина имеет класс энергопотребления А с тремя плюсами и оснащена инверторным мотором. Также производитель предусмотрел здесь барабан Pillow, который обеспечивает бережный уход за самыми деликатными вещами за счет своей конструкции. Кроме того, доступна функция Smart Dual Spray, которая отвечает за автоматическое промывание, направленное струями воды манжеты и внутренней поверхности стеклодверцы. А еще данная модель достаточно узкая, потому как ее глубина составляет всего 37 сантиметров, что позволяет ей легко вписаться почти в любой интерьер. Всего доступно 12 программ стирки, среди которых быстрая стирка, стирка деликатных тканей, детских вещей, хлопка, шерсти и смешанных тканей. Уровень шума при стирке может достигать 54 дБ, а при отжиме он составляет около 77 дБ. При этом максимальная скорость отжима равна 1200 оборотам в минуту. В конце скажу, что весит стиралка 62 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают относительно тихую работу, хорошее качество стирки, достаточную вместительность, функционал, компактный размер и высокое качество исполнения в целом. При этом иногда встречаются отзывы с нотками негатива, кому-то не нравится шумный отжим, кто-то ругает ощутимые вибрации, а некоторые владельцы даже жалуются на низкое качество сборки. Конечно же, подобных отзывов абсолютное меньшинство. Предпоследняя стиральная машина, о которой я хочу вам рассказать, называется Haier HW60BP12929A. Эта модель вмещает в себя до 6 килограммов белья и имеет класс энергопотребления А с тремя плюсами. Она также оснащена инверторным мотором и барабаном Pillow, который обеспечивает бережный уход за самыми деликатными вещами. Кроме того, производитель предусмотрел специальную паровую программу для тех вещей, которые не предназначены для стирки непосредственно в стиральной машине. А еще здесь доступна антибактериальная обработка манжеты люка и кюветы для стирального порошка для предотвращения развития плесени и грибка. Всего доступно 12 программ стирки, включая быструю стирку, предварительную, стирку верхней одежды, деликатных тканей и детских вещей. Уровень шума при стирке может достигать 52 дБ, а при отжиме он составляет около 70 дБ. При этом максимальная скорость отжима равна 1200 оборотам в минуту. В конце скажу, что весит стиралка 62 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают компактный размер, относительно тихую работу, достаточную вместительность, хорошее качество стирки и функционал. При этом иногда встречаются отзывы с негативной окраской, которые касаются самых разных аспектов устройства. Но нужно понимать, что таких отзывов все-таки меньшинство.
А завершает наш топ-7 лучших стиральных машин Haier модель Haier HWD120B1558U, которая является полноценной стирально-сушильной машиной. Эта модель вмещает в себя до 8 кг белья при стирке и до 4 кг при сушке. Она имеет класс энергопотребления А и оснащена инверторным мотором с прямым приводом. Кроме того, производитель предусмотрел здесь барабан Pillow и функцию Smart Dual Spray. А для большего удобства барабан имеет верхнюю подсветку Drum Light, что обеспечивает загрузку и разгрузку белья. Также не могу не упомянуть о технологии AquaStop, которая обеспечивает защиту от протечек. Всего доступно 20 программ стирки, включая быструю стирку, стирку пуховых вещей и джинсов. Уровень шума при стирке может достигать 55 дБ, а при отжиме он составляет около 70 дБ. При этом максимальная скорость отжима равна 1200 оборотам в минуту. В конце скажу, что весит устройство 121 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают хорошее качество стирки и сушки, достаточную вместительность, функционал, симпатичный дизайн и относительно тихую работу. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылки на все стиральные машины, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Если наш ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропускать выход наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Счастливо!